В Махачкале 9:57, в студии Светлана Светгусейнова, редактор выпуска Шарипат Шульгина. Здравствуйте. Новости. Глава Дагестана встретился с финалистами конкурса «Лидеры России», победителями и финалистами кадрового проекта «Мой Дагестан», а также кадрового резерва республики. Обращаясь к собравшимся, Владимир Васильев отметил, что уже в третий раз проводится конкурс «Лидеры России», ставший авторитетной площадкой, где талантливые управленцы во многих областях могут подтвердить свои профессиональные качества. Владимир Васильев провел совещание, в рамках которого обсуждены вопросы, касающиеся деятельности газотранспортной системы региона и эффективного взаимодействия структур в этой части. Среди требующих решения вопросов, поднятых на встрече, был связанный с эксплуатацией ряда республиканских объектов газотранспортной системы. На сегодняшний день практически завершена процедура оформления ГРС в собственность республики. После будут заключены соглашения на их техническое обслуживание. Также на встрече говорили об обеспечении населения республики необходимым объемом газа в период отопительного сезона. В Махачкале продолжает свою работу второй дагестанский международный туристский форум Open Dagestan. В его рамках состоялся туристский конгресс «Приоритеты развития туризма. Региональные аспекты», в котором принял участие глава Республики Дагестан Владимир Васильев. Министр по делам молодежи Дагестана стал участником совещания, прошедшего в Пятигорске, на котором подвели итоги форума «Машук-2019». В ходе обсуждений представитель президента России в СКФО Александр Матовников проинформировал участников о проведении «Машука». В частности, отметил, что в рамках форума было проведено 3 смены, участниками которых стали 3000 человек. В завершении мероприятия руководителю делегации от Дагестана Исе Рамазанову было вручено благодарственное письмо от Росмолодежи за высокий уровень работы. Новости культуры. Сегодня в Махачкале в Доме дружбы открытие выставки декоративно-прикладного искусства «Мой Дагестан». А в культурно-выставочном центре Национального музея сегодня открытие выставочного проекта «Нить времен», который расскажет о национальных костюмах народов Южного Дагестана. Вести спорт. Титулованный дагестанский борец вольного стиля Магомед Курбаналиев отмечен государственной наградой. Ему вручили медаль за заслуги в области физической культуры и спорта. Напомним, Курбаналиев является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы по вольной борьбе. Погода. В Махачкале без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура 20-22 тепла. Вода в море 17 градусов.